Так, приветствую. Значит, сегодня будем разбирать песню Сергея Труханова «Навсегда расстаемся с тобой, дружок». Значит, у меня стоит каподаста. Это для того, чтобы было удобно сопоставлять с нормальной настроенной гитарой. Моя гитара настроена на полтона ниже, поэтому, чтобы не только руки снять, но и слышать, что происходит, значит, мы считаем, что вот это у меня первый лад. Просто перестраивать лень. Так. Значит, сейчас наиграю, потом буду объяснять, что там происходит. Вначале вообще никаких особых нету, так что очень медленно просто сыграю, чтобы было видно, что происходит. Объяснение. Это глиссанда. Прием. Играется так. Правой рукой еще ущипнули струну и передвинули палец на соответствующий лад. Да. Арпеджио. Арпеджированный щипок. Вот это вот быстро. Фокус опять. Флажолет. Флажолет я, ну, на всякий случай, да, флажолет берет, ну, это на натуральных флажолетах. Кладется палец на точно на середину струны. Вот. То есть не зажимается, а именно просто кладется. Получается вот такой вот звук, струна колеблется двумя половинками. Значит, держится бас до на четвертой струне. А здесь такой арпеджированный флажолет по трем струнам. Маленький глиссандо. Интересный момент, да? Значит, это такой форшлаг, который делается за счет левой руки. Арпеджио в конце прицепляется первая струна, а дальше все делает левая рука. То есть вот один раз взяли, палец положили, палец убрали с небольшим подцепом, доиграли вторую, третью. Да, а там вступление, но оно примерно такое же, как основная часть. Сейчас. Да, вот такая штука. И то, все время Труханов по-разному играет это. Вот. Это просто один из каких-то там концертных вариантов, которые я снял. В принципе, это не имеет значения никакого, да. Вот. Это вещь, к которой можно достаточно свободно обращаться. Так, сейчас спою первые два куплета, там какая-то есть. В общем, первый и последний, «Навсегда расстаемся с тобой, дружок», они какие-то укороченные. Сейчас напою, вспомню разницу. Да.
всегда остаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него, потом сотри. Да, ну вот просто, вот да, собственно. А дальше идет по-нормальному. Я всегда твердил, что судьба игра, ну то есть обычный длинный, который я вначале расписал. В общем-то все, по этой песне больше никаких прибамбасов нет. Она относительно несложная, за исключением вот этих маленьких вещей, но они довольно легко были.